Over the edge, feel like I'm floating through the air. Ну что, друзья, всем привет! Вот у нас подошел четвертый день восстановления Volkswagen Taro. По-другому это Toyota Tacoma. И смотрите, какой прекрасный вид открывается снизу. Конечно же, это будет доступно только слесарям. Но мы делали это не для красивого вида, а для того, чтобы сохранить автомобиль. Напомню, он был крайне ржавый, даже... В заднем мосту оказалась сквозная коррозия. Давайте подойдем и посмотрим. Никогда бы этого никто не увидел. Вот сквозная коррозия в мосту. Теперь придется разбирать мост, вытаскивать редуктор, все промывать, потому что, конечно же, туда попал песок. Ну что, теперь крупным планом можно оценить качество, хотя... Какая тут оценка качества? Смотрите, автомобиль за 30 лет еще пока остался на ходу. И, ну да, в этом месте рама прогнила. Это не проблема. Все это дело, конечно же, мы сможем восстановить. Коробочка тоже почистили. Это термостойкая краска, чтобы болты не ржавели, потому что болтики после пескоструя... Первая лужа и все ржавое становится некрасивое, поэтому мы приняли решение, что будем красить. Здесь такая же история, болтики все покрашены. Ну и давайте переднюю подвеску, дырка в рычаге. Так, смотрите, сейчас автомобиль пока без антикоррозийной обработки, потому что ему еще предстоят сварочные работы, поэтому желтый это у нас кислотный грунт, который защищает железо от коррозии. А вот так вот рама, номер в идеальном состоянии, спереди, конечно, вообще красота. Вот так отходим, и подвеска просто новая. Я бы хотел увидеть лицо слесаря, если машину привести на, ну то есть там, допустим, там шаровую поменять. Пускай он посмотрит и что скажет, когда увидит автомобиль в таком возрасте, в идеальном состоянии. Так, дорогие друзья, а так можно сделать любой автомобиль. Но на самом деле, на опыте скажу так, чаще всего приезжают машины от 2003 до 2010 года. И чаще всего это рамные внедорожники. Легковые автомобили редко. Вот сейчас следующий стоит у нас Mazda 6. 2004 года, по-моему, на пескоструйную очистку, переварку, покраску. В общем, близко к реставрации. Почему близко? Потому что реставрация это все-таки когда разбираем до болтика. Ну все, посмотрели, оценили. Купершлаг, это сито, одно, второе. В общем, от мусора отделять, от пыли отделять. Ах, красота. Вон там, смотрите, тоже все почистили, покрасили. С этой стороны. Вот тоже, видите? Ага, вот все покрасили термостойкой краской. В общем, блок двигателя мы также почистили пескоструем. Все, машину спускаем и отдаем в сварочный цех. А если вам будет интересно, открою маленький секрет. Здесь будут... Такие интересные работы, как удлинение автомобиля. То есть мы его решили еще немного удлинить. Поэтому смотрите, наблюдайте. Я думаю, что получится очень крутая тачка. Цвет оставлю пока в секрете, потому что я бы назвал это не просто реставрация, а проект, который полностью преобразит внешний вид автомобиля. От него, от автомобиля... Будет только напоминать название и количество дверей. Остальное все будет меняться.